коллеги, партнеры, всем привет! На связи Алекс Про и Сергей Гарбузов. Смотрите, сейчас у нас предпраздничные дни. В преддверии 8 марта, Всемирного женского дня, мы от нас хотим поздравить всю женскую половину населения, наших партнеров, наших любимых дам. С наступающим 8 марта будьте красивые, добрые, счастливые, дарите нам улыбки, счастье, радость. Будьте всегда рядом, верной опорой, верными подругами. Будьте счастливы. Да, Сергей? Абсолютно согласен с Александром. Присоединяюсь к поздравлениям всех наших женщин, любимых, родных, дорогих, с праздником, с наступающим. И добавлю от себя то, что будьте для нас еще стимулом ко всем нашим делам. Да, на самом деле все движения, все, что мы делаем, все только для вас, дорогие наши. Будьте нашей опорой, будьте нашим стимулом. И опять же, хотел бы напомнить вам, дорогие партнеры, что нашим конкурентным преимуществом является то, что в праздники, выходные дни все отдыхают, вся страна отдыхает, а мы работаем, мы даже встретившись просто по-дружески пообщаться, мы все равно делаем бизнес, мы зарабатываем. Все, для вас, женщин, давайте всем успехов, побед, больших профитов. На связи был Алекс Про, Сергей Гарбузов и команда ТОП-ТИМ.